Здравствуйте. Сегодня я готовлю котлеты, мясные котлеты. Это одно из самых любимых блюд, наверное, не только моей семьи, но и многих семей. Значит, какие котлеты самые-самые вкусные? Конечно, там, где хорошее мясо. И мясо трех сортов. Это свинина, говядина и баранина. Котлеты это будут изумительно вкусные. У меня на сегодняшний день 1,5 килограмма мяса. На это количество я беру лук. Значит, лука тоже. Чем больше лука, тем котлеты более сочные и более вкусные. Вот на это количество мяса я взяла 2 большие луковицы. Затем вместо хлеба я буду класть что? Овощи. Из овощей я беру 1 морковь и 1 картошку. Мясо и лук переключила на мясорубку. Получился фарш. Я доливаю где-то чуть меньше, чем 0,5 стакана теплой кипяченой воды. Теплая кипяченая водичка. Хорошо это перемешиваю. Затем картошку и морковь я натерла на мелкой-мелкой терочке. И тоже буду вводить сюда, в этот мясной фарш. Это 1 картофель и 1 морковочка. Все это буду тщательно перемешивать и вымешивать. Соль, перец по вкусу. Перец молотый, черный молотый перец. Опять все хорошо перемешиваю. Добавляю 2 желтка и опять все вымешиваю. Насыпаю панировочные сухари. Ну, в принципе, можно жарить котлеты и без сухарей. Так, я буду формировать котлетки. Выкладывать сюда. Котлеты выкладываю на раскаленную сковородку. И обжариваю, естественно, с обеих сторон, как обычно. Котлеты очень вкусные. Можете поверить моему оператору, который снял уже пробу. Я боялась, что мне нечего будет на стол ставить. В общем, сочные, вкусные. Так что готовьте. Всем приятного аппетита. Всем спасибо, что были со мной. Всего вам самого-самого доброго. Пока.